Добрый вечер, дорогие друзья. Я все время как-то думаю, что мы с вами недавно расстались и продолжаем. Оказывается, все впервые пришли. Очень многие просто пришли, я начинаю что-то говорить, а помните, а они не помнят ничего. Вот поэтому, если я что-то повторю, вы не... кто уже знает, вы не расстраивайтесь. Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим. Все то, что близким берегут, ты скажешь все наоборот. Согласно логике вещей, но это редкий поворот. А может, нет его вообще? Помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть в нас будничная хмарь не утомит желание жить, но праздниками календарь уже не трогает души. Только мне не говори про невезение всякие вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь свечи. Выкрашенный в темный синюю пастель, несет плацкарную постель. Вагон, как колыбель сиреневый, струится дым с плывущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим, да ты, приятель, спишь. Сегодня вышел бы я и на немецком, значит, Guten Abend, meine Deutsche, meine liebe Freunde, ich möchte heute in diesem schönen Tag erzählen für Sie Film. И пошел. И на немецком пою и разговариваю, да? Вот вы бы удивились. Не предупреждали же, ничего, взял. Просто мы сейчас готовим альбом на немецком языке, и я... А так немцев-то нету, я понял. Поднимите руки. Немцы есть? Одна есть. Хорошо, значит, ну вообще я мордви. Мордва есть. Ну ладно, тогда будем петь по-русски, дорогие друзья. Вот я просто хочу сказать, что у нас в Германии вышла книжка, удивительно, на немецком языке. Называется
Stille lern ich von den Wolken. Ну, в оригинале «Сквозь тебя просеивает тишину, я учусь у облаков». Какие-то вы напряженные. Песня исполняется на русском языке. Не знаю. Вот. И получилось несколько песен. Одна из них называется «Друг мой». Больше нам нужно
могли бы тоже на другой планете жить. Но куда от памяти ты денешься потом, друг мой, что нам остается, если сердце бьется, и мы с тобой, друг мой, нам еще поется, и нам еще зачтется каждый бой. Я вот смотрю, какие-то вы такие озабоченные. Я думаю, билеты дорогие, наверное. Раздайте обратно деньги. Ну что ты? Знаете, еще интересна такая записка. Гейнс Данилов, такие барды. Они где-то выступали, говорят. Так, до конца концерта осталось 10 минут. У кого билеты по 500 рублей, уже могут идти. Ну нет, это не про нас. У нас, смотрите, как хорошо. Сейчас, вот знаете, еще я, наверное, вот такая, где она, корзиночка. Она небольшая, потому что у вас сегодня другая задача. Надо, во-первых, поесть нормально, выпить. И, ну, если вам взбредет в голову что-нибудь спросить, вы напишите честно. И вообще можете там вот сказать, так, мол, и так. И мы сразу раз, и совсем другие песни будем петь. Все зависит от вас, дорогие друзья. Вот записки, они управляют концертом. Вот такая хорошая записка. Ехала на концерт и думала, если опять расплачусь от песен, значит, ты еще не испелся, а я еще не слушалась. Ну и ты подумай, сижу ревну. Вот. Вообще, скажите, кто-то был у нас на концерте уже? Поднимите руки. Да, выйдите. 4 человека. Не, ну как-то у меня... Вот хорошая тоже короткая записка. Жги. Ну, мы ждем обычно, знаете. Вот что попадается, я читаю, значит. Олег, подруга моей жены вас обожает, супруга любит, а я пришел один посмотреть за что, Сергей. Вообще, такая была, знаете, хорошая записка. Дорогой Олег, в качестве романтического примера для моего мужа спойте, пожалуйста, песню «С добрым утром, любимая». Я почему сейчас вам читаю, чтобы вы, значит, посмотрели, какие бывают замечательные записки. Вот. Вот короткая такая. Пожалуйста, не заканчивайте. Что-то я наткнулся на нее. У меня завтра развод. Вообще, очень много происходит обычно в зале. Незаметного такого. Олег, огромное спасибо, вы открыли мне глаза на мир. В этом зале я увидел свою жену с любовником, Виктор. Знаете, посмотрите внимательно вокруг. Вот такие еще мне нравятся эти весенние записки. Тут были, где же они у меня? Потерял. Что-то волнуюсь сегодня, не знаю прям. Вот, дорогой Олег, спойте, пожалуйста, песню про родильный дом. Все там будем. Кировчанки. Просьба следующий концерт построить так, чтобы грустные песни были в конце во втором отделении. Слезы катятся сами, а макияж надо сохранить до конца концерта. В общем, вы подготовьтесь, да, что тут говорить. Потерялся. В общем, следующая песня, не знаю, почему про Тамбов получилась. Леня ее не знает. Давно мы не были в Тамбове, провисли линии лица, но наши вздохи любовь, им нет конца.
встретили без лишних слов. Вот так же тосковал Державин, хотел в Тамбов. Давно мы не были в Тамбове, и вы правы, что так нельзя. Но мы не стали экономнее в любви к друзьям. Мы верим, снова соберется рассеянный по жизни полк, и нас товарищ не дождется. Тамбовский волк. Давно мы не были в Тамбове, но вы не верите зеркалам. И надо нас ловить на слове, мы будем к вам. На клубе облупилась краска, но все придут в том тоже свет. Вы только не смотрите в паспорт, сто лет. Давно мы не были в Тамбове, провисли линии лица. Но наши вздохи и любовь, им нет конца. Как хочется, чтоб нас там ждали и встретили без лишних слов. Вот так же тосковал Державин, хотел в Тамбов. Вот, ну и случай песни еще веселее. Ноты я не знаю, поэтому что-то. А возникла она после того, как я увидел фотографию, на которой такой на улице праздник. И 1950 год, все танцуют, как-то было раньше принято. Выйдут на улицу и танцуют. И во дворах, и радиолы. И это слово положеские крепления или радиолы во дворах, вспомнился Гизбор. Вот. И почему-то на этой фотографии танцевали, я смотрю, первая парта женщины с женщиной. Ну и вторая женщина с женщиной, и третья, и четвертая. Оказалось, что все танцуют женщины, мужиков-то после войны мало. Такая песня. Танцы после войны. Дождик в парке сбил снежинки черёх. Сохнут доски на сырой танцплощадке. Скоро подъедет уцелевший оркестрик, и над нашей судьбой зазвучат звуки вальса, и поднимет нас над рощей, как ветер, наше чувство, когда каждый летает, и мы позабудем, что кому-то на свете любви, так любви не хватает. Ни наградами, ни парадами, что потеряно не вернуть. Слава Богу, что ты награда мне, и про все сейчас позабудь. Струями стоит вешними горечь полыни, дождь ивою безутешь. Больше ты никого не ждешь. Дед с трофейным белым аккордеоном и девчонка в довоенных веснушках выйдет не
Чтобы мне песня как-то хочется побыстрее, ну не побыстрее, как-то так поинтенсивнее, чтобы концерт шел. И вот не всем известно, что мои песни перевели на японский язык. И сделали, знаете, такие танки и хопку, несколько иероглифов и все. На немецком никто, а по-японски может быть. Вот. И потом обратно перевели, они такие компактные, мы бы сейчас закончили уже. Вот такая из классики танка. Все мы здесь, закатным отблеском пляшет костер наш с осень. Здорово как. Пауза правильная. Вот еще одна песня. Надпись красивая, смотрит в окна любимой. Периферия. Вот уже две песни, да? Пошло как? Пошло. Я вот немцы, они, конечно, по-другому подошли к этому вопросу. Они пригласили нас в Германию. Тогда еще была там Окуджава. И переводили в основном его, ну и моих несколько песен. Но очень тщательно они спрашивают, вот этой строчкой вы хотели сказать вот это или вы имели в виду? Вот это вот. Я смотрю, как звонко. Вот это. Говорю, выбирал где получше, поэтому переводы получились лучше, чем сами песни. А японцы, они дров не ломали. Вот такая песня, вы наверняка не знаете. «Женщина с планеты Земля». Он там все хочет улететь на другую планету. А эта женщина земная не дает, не отпускает. А лето кружит семена сомлевших в полдень тополей. Такой красивый рефрен. Они написали такую хоку. «Стынет из ягод пирог, женщина мне не дает, семя по ветру пущу». Так неудобно было. Я ничего такого не закладывал, вот они перевели. Ну, были ближе к оригиналу вещи, например, «Снова гостю соседки». Как назвать ее, чтобы не обидеть одинокую женщину? Вот, а в оригинале получается длинная песня, 4 куплета. Все не так досадно, может, жить в складку.
что право танцы сделать сегодня? Было бы здорово, да? Надо выпить только, тогда так не пойдет. Так, спасибо нам всем. Очень хорошо. Лето – это маленькая жизнь. Да, есть такая песня. Лето – это маленькая жизнь. Спойте, пожалуйста, песню про речной трамвайчик. Ну вот есть такая у Визбора песня. У меня в одной песне тоже есть. О, как. Это, наверное, Лёня. Ну, все равно. Лёня, это тебе. А написано кому? Никому не написано, но... Тогда мне. Хорошо. Вспомни, пожалуйста, как здорово. Ну вот, собственно говоря, сейчас поймем, как здорово, что все здесь собрались. Прошу, вспомните, пожалуйста, с добрым утром, любимая. В общем, понятно. Новых песен петь не будем. Спойте, пожалуйста, новую песню. Нет, здесь вообще очень важный вопрос. Здравствуйте, Олег, какая у вас машина? Что, стоит неправильно? Сейчас я буду... Стоп-хам. А? Это стоп-хам. Стоп что? Стоп-хам. А, понятно. Забирайте. Вот я сейчас как-то думаю, петь новые песни или старые? Как-то я засомневался. Да кому не... Вообще помолчи. А? Это товарищ мне рассказывал, работал в ресторане, там кто-то заказал какую-то песню. А, говорит, спойте ее, значит, вот 8 раз. И они взяли деньги и поют. И он приходит, говорит, знаете, хватит уже. Мои товарищи говорят, спасибо вам. Он говорит, мы не можем, мы должны еще 4 раза спеть, мы не допели. Он говорит, ну это же я заказал. Он говорит, нет, если хотите перебить, надо еще заплатить. Вот. Поэтому я сейчас вот думаю, новое или старое. Вообще, кстати, а почему-то не принято здесь вот так вот. У нас же как бы кафе, ресторан. Подошли, поговорили с Леонидом. Так, вот так. И на наших друзей из Тамбова. Из Тамбова, кстати. Мы уже выполнили заявку. А так посидим. Она такая же москвичка, как была. Следующая песня. Концорд бредет сквозь
сквозь лампочек салют бесснежный Новый год. И наряжание свое, задумавшись, спешат Рождество опять вдвоем с подружкой из США. Наполнен праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва, вины пила. Она пьет водку, так как подданная русской. Она такая же москвичка, как была. Наполнен праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва, вины пила. Она такая же москвичка, как была. Какая была потрясающая передача. И, конечно, мы вспоминали Юрия Владимировича Никулина. Он рассказывал всегда потрясающие анекдоты, готовился к этой передаче. И, конечно, потом, когда его не стало, царство ему небесное, Григорий Горин вел эту передачу. Потрясающий человек, замечательный ведущий, не выговаривающий несколько десятков букв, но с потрясающим обаянием. И там мы, когда пришли, этот Ширвин говорит: вы обязательно должны выпивать. Обязательно вот в бутылке вплетенные все, вот с белой пробкой это водка, а с красной это коньяк. Вот я говорю, так я за рулем, ну как надо, иначе вы оторветесь от нас. Вот, и так, и все, знаете, так нагружались к концу передачи, и уже они потом меняли куски, чтобы этого не было заметно. И на какой-то передаче режиссер говорит Григорию Горину: Григорий Израилевич, надо повторить вступительное слово. В конце передачи, да, уже. Он так как-то встрепенулся, сказал все как положено, абсолютно трезво, и ушел опять в это состояние. Вот как он это сделал, непонятно. И еще я вспоминал, что когда режиссер Алена попросила, чтобы я... Она говорит: ты спой две песни сразу, подряд, а потом мы их разрежем и в разные поставим места передачи. Вот я спел одну песню и говорю: а вот еще одна песня. И мы начинаем петь, и Никулин поворачивается к Ширвинту и говорит: это не Кобзон. Вот. А анекдот я вспомнил, один из анекдотов, когда они снимали, они сражались за Родину, и там, значит, ночью пошел в туалет, значит, Ростоцкий, да что ж такое, все покойники, и выходит уже, сидит, Никулин курит, Никулин говорит: ты слышал, китайцы границу перешли. Тот говорит: нет, не слышал. Он говорит: и никто не слышал. Они в носках были. Вот такая потрясающая была передача. Как-то пришла записка: Олег, спойте, пожалуйста. Нет, я вам уже пятая. Вот такой заход был. Не могли бы вы спеть песню «Ты могла быть первой»? Со мной.
Смотрите, сколько пришло записок-то еще. Ну, наверное, я спою вам еще какую-нибудь новую песню. Ты думаешь? Ну, сначала... Да, вот «Территория» песня хорошая. Она пока нигде не записана. Эта песня написана для кинофильма по произведению Олега Куваева. «Территория». И, конечно, я был в затруднении, потому что думаю, что писать, если молодежь не поймет, как это было. Я понял, что сейчас совсем другое время. Все изменилось. Никто, в общем-то, не готов рисковать жизнью за небольшую зарплату, переплывать ледяные речки. И куда же она подевалась? Вот. И в это время я встретился с Вадимом Ивановичем Тумановым. Как вы помните, друг Высоцкого, золотодобытчик, артельщик. И он тоже мне много рассказывал. И, собственно говоря, эта песня ему и посвящается. Как это я сейчас вспомнил, говорит, ваш пилот, Печорта, как же я похудел. Я сейчас это, смотрю, думаю, сколько же песен-то написал, господи. Вот, ага, вот она что-то недалеко лежит. Я подглядывать буду, потому что кинофильм еще не вышел. Может, он даже выйдет, не знаю. Рома, подключи, пожалуйста, гитару Леониду Юрьевичу. Отлично. Это было в другой стране, по которой прошла война. Мы работали как во сне, и задача была одна, чтобы грубость и красота совместились в твоей судьбе, чтоб ни деньги, ни пустота не мешали смотреть тебе на бескрайнюю территорию, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная притом. Прожитое под песни нам, в Заполярье остались там, и зимовок тоска и фар.
Как-то я тоже ехал мимо Кремля, а уже давно я тут москвитер, уже больше 25 лет. Ну так все равно, конечно, во сне-то я летаю над городом Челябинском все равно. Так как-то, знаете, так чуть как-то напрягся, так и от земли так оторвался, и пошел, уже чувствуешь хорошо, слава Богу, и полетел куда-то. Летаешь так, как хочешь. Потом утром проснулся, думаю, как это я делал, как ты так леталась же, и тут раз и все. Так, думаю, жалко, обидно. И потом опять как-нибудь во сне, раз что-то, думаешь, ну-ка давай попробую. И раз, опять полетел. Вот. И так вот я на Челябинском летаю, а тут Москва. Да хотя над Москвой я тоже летал, у меня песня «Авиатор» там над Новоспасским монастырем. И что-то пургу повез. И тут я еду мимо Кремля, я думаю, я одну башню-то только знаю, Спасскую. И выучил все башни. Сейчас вот спроси любую башню, даже детей спроси, они все расскажут. И одна башня называется Беклемишевская. Не все это знают, что она же Москворецкая. А Беклемишевская, потому что там был двор боярина Беклемишев. И он как-то царю батюшке-то, Василию Третьему, отцу Ивана Грозного, говорит, а что это, батюшка, решение-то сами принимаете, а нас-то бояр не спрашивайте, как встать. Так вот он его спросил, и голову ему отрубили. А формулировка была «за высокоумие». Вот такая была формулировка тогда. И вот этот анекдот всегда, кстати, тут, что Вася выбросился из окна. А какие мотивы? Да какие мотивы? Что, он Кобзон, что ли? Летел молча. В общем, историческая песня. А как у боярина Беклемишева рожа покруглее блина гречишного, лучше не болтал бы боярин лишнего, сидел в Кремле. Попросил боярь порядка нового, как бы ни случилось чего хренового, огорчил боярин царя сурового на беду себе. В снег голова в ночь подняли, было полнолуние, и голову прочь подняли за высокоумие. Сделали острог в башне Беклемишевской, для кого урок на указе вышивкой. Прячет еще излишек свой, можно посидеть, можно подождать еще царской милости, можно грести так, что не приснилось бы. Да пока дождешься, как сможешь вылезти, можно посидеть. Варежки, ну, плохо ли Ваньку дурака валять? Царь жалился, зря охали, а мог ведь и четвертовать. А теперь бояре сильны поддакивать.
следующая песня называется «Небесный калькулятор». И с ней всегда что-то происходит. Вот думаешь, время идет, думаешь, забудется песня, уже как-то отойдет на второй план. Нет, что-то появляется новое. Вот когда впервые я ее исполнял на радио «Шансон», мне сказали, а давайте какой-нибудь шансон такой наш. А я говорю, у меня такого-то нету шансона такого. Они говорят, это «Небесный калькулятор». А я говорю, что «Небесный калькулятор»? Они говорят, ну там же первая строчка. Я сидел. Вот. И потом она, значит, вот мы сейчас были в Беларуси, все пошли покупать Хванчкару. Потому что у нас-то сейчас-то уже есть. Но это не везде. В общем, кончилась Хванчкара. И в Беларуси тоже, кстати, она кончилась. Родион у нас по этой части. Сейчас. Временно заведующий. И пошел, главное, и не нашел Хванчкары. То есть политическая песня. И вот меня очень удивила записка. Спойте, пожалуйста, песню посвящения Валерию Чкалову. «Под животом моста». Помните, когда он пролетел? Вот. Но песня совсем по-другому. Кто-то знал про все, а может и не знал его.
Ну, а вы бы спели на Майдане, если позовут, многоточие. А мы спели. Представляете, в первый день, когда начался этот Майдан, и вот собралась вся площадь, мы выступали в Октябрьском зале в Киеве, как раз вот прям на этой площади. Мы в зале. Зал был полный. Я думал, как бы не пошутить неудачно. Вот. И мне товарищ там местный, Сережа Плотов, подсказал, что... Ну, я вышел и сказал то, что я-то не знал об этом. Я сказал, что 25 октября 1917 года в Питере выступал один человек из Киева, когда за окнами бушевала революция. Это Александр Вертинский. Вот, и я говорю, я надеюсь, что плоды революции у вас будут другие. И так все равно, весь концерт я не знал куда, влево-вправо, расстрел. А все время это что-то про Европу все время. Какие-то поешь так песни, как знаете, в тюрьме тоже, вот я пою в этой в женской колонии, я выступал. И начинаешь петь там что-то про водку, думаешь, эх, про водку-то нельзя, наверное. Потом раз про пиво, думаешь, что ж такое у меня в каждой песне, то одно, то другое. Конечно, ужасно, там столько про них рассказывали. И, ну и там, конечно, вот я апофеозом я стал заканчивать песни, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Уже стал петь, уже подошел к перепеву и говорю, эх, что-то забыл слова-то. Вот, потому что, слава Богу, не подходит она там. Вот. Тут я еще вспомнил, значит, такой был гениальный организатор концертов, он тоже везде, раньше в филармонии приезжает и в тюрьме, и на в поле там, и в красном уголке везде выступает. И тут в тюрьму он тоже поставляет артистов. И привез артиста Гамиашвили, который Остапа Бендера играл. Ну, он там в кино такой комичную роль играл. А тут он стал читать серьезную поэзию, да. И эти сидят, зэки кричат, смешное давай! А он что-то думает, ну как, он опять читает, все. И этот организатор подходит, говорит, простите, пожалуйста, выйдите на минуточку. Выходит, так, значит, если сейчас не будете серьезно слушать, то ни лилипутов, ни цыган никогда я к вам не привезу. Вот. И, значит, концерт пошел. Пошел, Олег Григорьевич, ходим с мамой на ваши концерты уже 10 лет. И обязательно в марте-феврале, потому что без ваших песен весна не наступает. Что-то не заводится никак. Так, спойте, пожалуйста, «Царицу Непала», «Чужую войну», с уважением, мама и дочка. Вот тоже в этом, в Омске как-то мы выступали. Нет, мы, это Кукин рассказывал, «Царство небесное» тоже, говорит, приехал в Омске. Говорит, и да, в этом городе-то я уже лет 7, наверное, не выступал. И вдруг из зала такой детский крик, папа! Да что ты? Не может быть. Вы знаете, мы сейчас летим в Алма-Ату, может быть, как передать кому-нибудь? Есть у вас там какие-нибудь? Нет? Я вспомнил, знаете, тоже... Это у нас в Челябинске там такая премия «Светлое прошлое», и мы вот это Александр Градский, Анатолий Карпов, там братья Макаровы, хоккеисты, и Пороховщиков, Маслюков, Юра Гальцев, то есть ну такие люди там, 92 человека уже, и мы, я везде рассказываю, да вот у нас Урал, это только радиации можно объяснить, такие люди рождаются, все, везде говорю, и тут мы вот в Чите как раз. Ну, Чита от Казахстана далеко, но все равно степь. И я им говорю, ну, у вас-то в Чите дыра дороги, кто у вас родился-то? Они мне говорят, у нас Чингисхан. И все, срезали. Шукшин просто. Леониду Марговину, спойте, пожалуйста, песню о дочке. Вот тоже это рассказу. Спойте, пожалуйста, песню «Женщина – существо семейное». Да, скоро 8 марта. Вот я еще, знаете, чем думаю, что сейчас все такие задумчивые? Потому что одни думают, что подарить на 8 марта. Вот. А женщины, они вообще 23 февраля очень сердитые были все. Вот почему-то 23 февраля выступаешь,
такие вот. А ближе к 8 марта они как-то расцветают, и уже 8 марта. Но сейчас еще рано, еще не расцвели пока. Сегодня последний день зимы. Ну, написано, а это что? Дорогие друзья, как же я вам об этом не сказал? Как же вас будет не хватать, если вдруг вы вдруг не придете 11 апреля в Крокус-Сити-Холл? Я не знаю, вам раздали их там? Ну, я не знаю, что из этого получится, честно говоря. Но мне кажется, с такими людьми трудно испортить концерт, если будут выступать Иващенко и Васильев. Все наши барды, песни нашего века, Александр Городницкий, Валентин Гафт. То есть, мне кажется, потрясающая компания будет, и я вас с удовольствием приглашаю. Я о нашим великим ветеранам будет вручаться такой приз за честь и достоинство. Он называется «Дежурный по апрелю». Вот. Не буду пока говорить кому, а Лыкель просит спеть. А какая песня была написана самой первой? Можно ее исполнить? Обязательно, обязательно. Катерина пишет. Самая первая песня была «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Что-то я... Ну, сейчас я не буду петь, не сразу, подождите. И как-то не буду про нее ничего говорить. Споем, да и все. Вы знаете, вы купите книжку, там все написано. Вот там у нас это... продукция, так называемая. И, ну, я не знаю, наверное, вы уже знаете эту историю. Там такие два диска, одна женщина говорит, что-то два диска называются одинаково. Купила, они два диска называются одинаково, МРЗ. И я это МРЗ поставила, думаю, и не работает. Я говорю, гражданочка, так это МРЗ же надо специально в аппарат для МРЗ ставить или в компьютер. Зато там вот целых 22 или 23 альбома на этих МРЗ. И вот, значит, я это так вот все шутил, и потом в каком-то городе пришла записка, спойте какую-то песню, и подписано «Женщины ЗАЗО». Я думаю, ну, наверное, какой-то секретный завод ЗАЗО. Оказалось, что это «Женщины за 30». Вот, оказалось, есть еще «Женщины за чё». В общем, вот следующая песня, а у тебя гитара, давайте мы споем для женщин совсем молодых, потому что эта песня нравится моей дочке, называется она «Стриж». Легкомысленная, поэтому, наверное, нравится. Потом я вчера на «Эхо Москвы» мы выступали, я думал, почему, и понял, что там есть одно молодежное слово – «Жесть». Вот, думаю, видимо, поэтому что-то знакомое услышала, и говорит, о, молодежная песня. От женского лица. Нет, нет, не так легко без твоих шагов в глубине двора. Что мне, что ты далеко и расстаться с тобой пришла пора. Нет, нет, живу еще и в который раз отвыкаю ждать. И вновь начинаю счет, узнавая, сколько лет могу не дышать. Мне забыть тебя, как раз усмахнуть на восходе дня со стеблей куста. Мне забыть тебя, как стрижу вспахнуть, и останется комната пуста. Мне век за веком жить, времена менять, имена планет. Мне корабли топить, забывать, кем был ты и что тебя нет. Мне пол Европы сжечь не холерою, а раскатим век. И ощутить всю жесть боли всех навек отчаявшихся коллег. Мне забыть тебя, как раз усмахнуть на восходе дня со стеблей куста. Мне забыть тебя, как стрижу вспорхнуть, и останется комната пуста. Только по комнате пробежит легко ветерок теплом. Щелкнет входная дверь, словно стриж опять постучал в стекло. Он расколдует сон, разобьет хрусталь пустоты тугой. И разнесется звон, заглушая стон, еле сдержанный тобой. Мне забыть тебя, как раз усмахнуть на восходе дня со стеблей куста. Мне забыть тебя, как стрижу вспахнуть, но
останется комната пуста. Когда оно промозглым днем,
спасибо за внимание. До новых встреч. Бас-гитара Родион Марченко. Первая гитара. Рояль, саксофон. Леонид Маргулин.